На улице жара плюс 40, суббота. Хочется с головой окунуться в бодрящие воды реки, водохранилища. В общем, туда, где жары меньше, а прохлады больше. Но вести на берегу ленивую жизнь морских слонов не привлекало. Хотелось провести время с пользой, плюс активно отдохнуть. И потому перед сотрудниками медиахолдинга ОТРАР вопрос, куда поехать, долго не обсуждался. Выбрали единогласно зону отдыха «Холодильник». На берегу водохранилища Тогус открылась необычная зона отдыха с непривычным слуху названием «Холодильник». Организаторы зоны подошли к оформлению базы с выдумкой – креативно. Дизайнеры разделили территорию на несколько секторов для любой категории отдыхающих. Для молодежи есть зона признания в любви. Для тех, кто находится со своей половинкой в состоянии вялотекущего конфликта, расположили зону перемирия. К этому нужно прибавить и размещенные то тут, то там необычные арт-объекты, которые создают на пляже легкую и приятную атмосферу отдыха домашней обстановки. Это такое место, где создается новый формат отдыха, на самом деле. У нас чистейшее озеро, пляж с белым песком. У нас очень много разных фотозон, водные развлечения, катера, таблетки, у нас бананы. Безумно вкусная кухня, приемлемые цены, что немаловажно в нынешнее время. Вообще у нас очень широкий спектр именно развлечений. Бампербол, волейбол, бадминтон, можно поиграть на настольные игры. Также для тех, кто хочет просто расслабиться, у нас есть массажный кабинет. А желающим экстримов в холодильнике как раз самое место. Даже название не может заморозить всплеск адреналина, который получает каждый желающий прокатиться на батуте или банане, прицепленном к мощному катеру. И здесь главное удержаться, но никто не застрахован от падений. Экстремальные ощущения были. Для любителей творчества и музыки читальные кабинки и, конечно же, танцпол, где можно оттянуться по полной. Если вы уже задумались, как провести свой отпуск и выходной, то добро пожаловать в холодильник.